главная площадь города Улан-Гом. Какой-то праздник, судя по всему, это посвящено началу учебного года. Здесь вот какие-то вот носят памятные всякие медали. Вот. Это, видимо, учителя. Но не знаю, мне так кажется. Были пионеры здесь. Вот. Это Цидымбал, деятель коммунистической партии Монголии. Вот русские песни здесь в ходу. Вот. В общем, праздник, суббота. А, там что-то вон 40 лет. 77-2017. Может быть. Но он книжка. Нет, скорее всего, все-таки это связано с учебой. Русский никто не знает. Но русские песни в ходу.